Артем Удачин, мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике, заслуженный мастер спорта Украины, трехкратный чемпион мира среди юниоров. В этом году спортсмен уже порадовал своими успехами на весеннем чемпионате Европы в Албании, став серебряным призером в категории свыше 105 килограмм. Тогда Удачин показал в сумме результат 442 килограмма, 200 килограммов в рывке и 242 килограмма в толчке. То есть, в принципе, я готов был. Те 247 я готов был толкнуть. Эти 203 в рывке у меня просто выскочил палец. Это не потому, что она просто оторвался кусок бинта, и поэтому выскочил палец из замка, а там она была зафиксирована. Я уже не знаю, уже и в церковь ходили, уже она уже к бабушке какой-то надо сходить, потому что действительно, который год идут вот эти вторые, третьи места и по весу постоянно. Форма была прекрасная. Во время пресс-конференции донецкий спортсмен рассказал о своей подготовке к ближайшему международному старту – чемпионату мира по тяжелой атлетике, который пройдет в октябре 2013 года в Польше. На тренировках на той неделе поднимал уже 190 в рывке, 230 килограмм в толчке, то есть это 95%, 93% от лучшей формы. Ради одного шага на этот пьедестал это проходят эти года изнурительных тренировок. А когда выходишь на помост в этот один момент, в эти доли секунды, которые происходит подъем штанги, там мозг отключается, ты сконцентрирован только на штанге, больше ни о чем не думаешь. То есть это все отрабатывается годами в зале. Чтобы туда выйти, вот буквально мы выступаем, вот сколько мы готовимся. У нас подготовка длится там 6-8 месяцев, а соревнования проходят за 1:20. А на помосте ты находишься 3 минуты в рывке по минуте и 3 минуты в толчке. 6 минут. Все, и от этого все зависит. Для любого спортсмена участие в Олимпиаде является вершиной карьеры. Из-за отсутствия финансирования в прошлом году выступить на Всемирных играх не удалось. Но в 2016-м Артем обязательно примет участие в Олимпиаде в Бразилии. Сейчас уже у каждого мысли о следующем каком-то этапе. Но так или иначе, мы видим свою задачу. Все-таки на будущей Олимпиаде выйти на помост, ну и сделать то, что нужно сделать. В августе Артему предстоит участвовать в украинском первенстве, которое пройдет в Украине в Луганске. Это будет еще одной тренировкой перед главным турниром этого года – чемпионатом мира по тяжелой атлетике. Леся Полякова, Александр Худалий, Первый муниципальный.